Когда я сказала, что мы находимся сейчас в другой Перми, я не пошутила. Это место везде и нигде. И его, возможно, вообще не существует. В общем, пойдемте смотреть. Но в любом случае оно наполнено огромным количеством разных артефактов. Например, вот это окна из такого пространства на улице Кисловодской. Представители пермского андеграунда, наверное, понимают, о чем идет речь. Если вы не понимаете, тем лучше для вас. Другая феминизм или что-то такое, ну, прям радикальное, но в целом, что я не верю, что бывает там женская музыка, мужская музыка, женская режиссура, мужская режиссура, я для себя не разделяю и для людей не разделяю, то есть да, конечно, какие-то темы более женские в женском творчестве высказываются, но в целом мне кажется, что как-то принципиального отличия нет, потому что мы все равно все люди и как бы это радует. Какой-то мозг у нас работает примерно одинаково. А, но все-таки твой проект «Миссис Мейджор Том», изначально в нем заложена такая женская история. Это расскажи, да, про это, пожалуйста. И как она связана с космосом? Проекта «Этнотехно» здесь.
это диджей Каста, диджей Фера, в миру Вовы и Рената. Ребят, на ваш взгляд, изоляция полезна для музыкантов? Вот в такие смутные времена и вообще в любое время. Но видите, мы вообще изолированы, и нам приходится говорить с вами через маску, нас обязывает эта ситуация. Когда ты отключен от событий внешнего мира, вынуждена, удается ли погрузиться в головой в творчество, быть более продуктивным? Ну, конечно, да. Это... Как это приводит музыку в одиночестве, в изоляции? Но у вас этот проект такой не сольный, да? То есть вы как-то взаимодействуете? Как это происходит? Но у нас как бы диджейский проект, то есть мы не создаем музыку, мы не продюсируем ее, мы играем те треки, которые написали другие музыканты этой планеты. Мы показываем эту музыку, вводим ее в массу, показываем, как она, как говорит Вова, она интернациональная, эта музыка. Да, интернациональная в том, что наше видение, наше направление, этнотехно, для нас оно именно так звучит. Это со всего мира разные фольклорные истории на очень грубой бочке. Вот именно вот так эта музыка звучит. Ну и на данный момент это как нельзя актуально, потому что весь мир должен сплотиться, потому что во всем мире происходит эта пандемия, так скажем. И просто поддерживаем, что мы все вместе, и мы можем справиться с этим.